Песни, танцы и трогательные речи. Сегодня в коррекционной школе особенная атмосфера. В преддверии первого весеннего праздника теплые слова и поздравления здесь звучат буквально отовсюду. Раяна Камурзоева музыкой увлекается 2 года. Сегодня ей выпала возможность поздравить присутствующих гостей с нежным праздником 8 марта. Для этого она выбрала композицию «Нана». Волнение переполняет, ведь среди зрителей находится ее мама. Дал дьяковове, нонове, ежери, с учителем Зелиной Магомедовной, с воспитателем Джамиля Мухарбековна, с мамой. Помимо песен и танцев, ребята также подготовили сценку, в которой напоминают, что маме нужно помогать не только по праздникам, а всегда. Опущенный взгляд и дрожащие руки. Юные джентльмены стесняются, но искренне поздравляют всех дам с предстоящим Международным женским днем. Мама поздравит, я сердечко с Аней. Фоткать выступать я тох. Тан мероприятие хоскитай. Мама из заждет азы. Дал дьяк удовольствие, но оно с учитель. В программе также приняли участие воспитанники домов культуры Карабулака и Троицкого. Зарядить присутствующих положительными эмоциями – такую миссию ставят перед собой ребята. Особенно матерям, которые сегодня еле сдерживали слезы. Такие мероприятия помогают формировать у детей бережное отношение к родным и близким, укрепить связь поколений, а главное – выразить любовь к самому важному человеку на земле – маме. Подобные мероприятия мы проводим регулярно. Почему? Потому что это является не только досуговой частью, скажем так, деятельности нашего центра, но и является деятельностью по полноценной социализации этих детей, во-первых. Во-вторых, данные мероприятия заинтересовывают этих детей, затягивают различного рода мероприятия, деятельность, творческую деятельность. Этот концерт каждая мама покинула с массой положительных эмоций, ведь дети высказали им свою любовь, уважение и великую благодарность, а это важнее всяких подарков. Малика Измайлова, Джамали Султыгов, Новости 24.